Катрины Создателя. Тьма активизировала нападение. Ваше благополучие под угрозой. В пространстве начались изменения. Надо понять Святой Руси позу. Чем ближе переход, тем сложнее. 2% против 98. Создателю это виднее. От сражения никому не уйти. У вас отличное настроение. Бог обещал победу. Найдите убедительные аргументы, чтобы остановить надвигающуюся беду и услышать от Создателя аплодисменты. Соотношение сил не в пользу света. Все хотят перейти в шестую эпоху. Против вас используются даже Бога заветы. Ложь не дает никому отдыха. Русь на Русь, как было в древности. Русь разделилась на свет и тьму. Русь потеряла в духе девственность. В духовную она превращена тюрьму. Ваша пассивность вам не поможет. Будет с точностью да наоборот. Русь святая свои крылья сложит, если она не соберется в поход. Люди раньше не боялись смерти. Они понимали, что жизнь вечная. Надо Создателю своему поверить. Надо за здравие поставить свечи. Сложный год для людей планеты. Слова кончились. Началось сражение. Люди вспомнили слово «вендетта». Создатель не допустит Руси поражения. Включилась в бой и небесная армия. Вопрос, на какой она стороне? Поменялись слова. Поменялась и ее ария. У людей поменялось все в голове. Собираются силы, как будто от Бога. Но слова говорят об обратном. Все ждут только своего итога. Враждебным все обернется актом. Ложь несет опасность разъединения. Ваш портал должен дать тьме бой. Но в головах людей смятение. Вам слышно уже тьмы вой. Как всегда, у тьмы строгое построение. Сегодня их аргументы – аргументы Бога. У тьмы победное настроение. Ваша пассивность к печальным ведет итогам. Надо решиться на смелый шаг. Тьма объединила всех против Руси. Надо поднять Создателя флаг. Прощения никто из них не будет просить. Вы все рассуждаете и готовитесь. Тьма приготовила международный пакт. Грамотные у тьмы составители. Предлагается вам подписать акт. Подключены все, кто против Бога. Упоминания нет в документах о Боге. Международная тьма ждет подмоги и для шестой эпохи своего итога. Бог говорил, что Русь святая. Теперь тем более нельзя отступать. Теперь молитва нужна не такая. Люди против тьмы должны встать. Не надо рассуждать, надо действовать. Либо с Богом, либо против. Мне приходится каждый раз напоминать, что сомнение – это пятая раса мотив. На Русь смотрят все люди. Русь святая – теперь для людей пример. Сегодня единение в духе прелюдия. Спасение ждет человеческий мир. Противники в духе вдруг вас вспомнили. Очень давно они отступили в тень. Они ряды тьмы пополнили. Им покоя не дает день. Все перед переходом сполошились. Просят даже поддержки неба. Ваши возможности с Богом усилились. Вы с Создателем. Остальное – небыль. Все события – это проверка. Экзамен. Бог говорил, что серьезные испытания. Ждите неожиданных перемен. Если с Создателем, то не будет скитаний. Повторяю, надо собраться в целое. Нельзя даже думать об отступлении. Вы действительно братство белое. Сомнение в Боге – серьезное преступление.
Аминь. Отец Абсолют или Высший Космический Разум. 10 сентября 2021 года. Катрен, ваши возможности с Богом усилились. Идет общенародное обсуждение новой идеологии человечества. Приглашаем принять участие в дискуссии и ждем ваших предложений на сайте doctrina.info. Давайте творить будущее вместе. doctrina.info